Темиртау состоялось официальное открытие первого в городе языкового ресурсного центра. Гостями мероприятия стали ветераны труда, общественные деятели, государственные служащие и жители города. Для всех присутствующих была организована концертная программа и экскурсия по центру. Специалисты выступили с предложением открыть такой ресурсный центр с целью совершенствования употребления казахского языка в соответствии с требованиями, предусмотренными на законодательном уровне. Мы на 100% эту идею поддержали, потому что спрос очень высокий. Думаю, жители сразу почувствуют работу этого центра. Теперь предпринимателям города не нужно будет обращаться к специалистам Караганды, чтобы перевести вывески, рекламу и другую визуальную информацию на государственный язык, консультацию в создании контента на казахском языке, а также правовую и методическую помощь теперь будут осуществлять специалисты городского языкового ресурсного центра. В рамках реализации послания президента в целях популяризации государственного языка, а также реализации закона о языках, мы сегодня открываем этот центр. В текущем году мы более 30 мероприятий запланировали. Этот центр непосредственно будет функционировать, будут проводить рейдовые мероприятия, консультативную помощь будет оказывать нашим представителям малого и среднего бизнеса. Языковой ресурсный центр расположен по адресу улица Чернышевского, 87. Методическую помощь и бесплатный перевод можно получить в будние дни с 9:00 до 18:00. Кристина Кириченко, Игорь Евстигнеев, новости Темиртау.